мужчины и женщины. Это то, что я рассказываю на тренинге. Я уже давно хотел это выложить все в соцсеть, чтобы перешли новые знания. Вообще всем ремесленникам рекомендую. Все, что вы знаете, выкладывайте в YouTube, потому что вы послезавтра сами все забудете. И не нужно думать, что у вас сами уникальные знания, и что вот некоторые, знаете, боятся выложить, потому что потом люди сами смогут. Не смогут. Что будут повторять. Ничего страшного. Что превзойдет мастер. Знаете, я уже на протяжении 7 лет отдаю все бесплатно, все знания, да, там в YouTube сливаю, там еще там записываю за свои деньги ролики. Бесплатно никто ничего не берет. Вот заплатят, придут на сессию, потом говоришь, вот здесь ролики, там вот эти скидки, они когда открывают, они что, в YouTube есть? Они в YouTube уже 5-й год висят. Это же вся информация в YouTube. Возьми просто. Не берут. Поэтому все сливайте, не бойтесь. Чем больше вы сольете туда в мир, тем больше знаний у вас. Потому что вы на тренинге будете когда что-то объяснять, мы вас смотрели, и тебе придется что-то новое выдумывать. Поэтому вот то, что сейчас вам дам, это прям, это наблюдение, наверное, лет 6 я наблюдаю за парами, как у кого что происходит, и у меня вышла какая-то система, я как-то ее систематизировал и себе как-то объяснил. Самая популярная у нас на сегодняшний день в отношениях вопросы, это жены и любовницы. Потому что токализм процветает и в Астане, и в Алмате, он в Чимкенте, там, ну, вот так. Деньги. Там, сейчас насчет денег тоже объясню, но там мало чего достается любовнице, ну, почему? Лучше перепадает, раз есть. Там знаете, что перепадает? То, что жене в рот не влезло. Мужчина. Женщина. Когда у нас отношения, когда мы там муж с женой, когда это происходит связь, мужчина отдает энергию свою женщине, и от пуповины к пуповине женщины вот такой идет энергетический канатик. Кто не верит в энергии, просто запомните как схему или вот чакры. Теперь от пуповины женщины идет два канатика к мужчине вот сюда. В два раза больше. Поэтому женщина, она муза, она вдохновитель, она вдохновляет мужчину на большую доходность. В энергиях непонятно, буду объяснять немножко в деньгах опять, потому что в деньгах становится яснее, потому что такое энергия, сколько энергии, какие единицы. Допустим, человек хочет его амбиции зарабатывать 100 тысяч долларов. То есть, чтобы генерить ему вот эту сумму, ему нужна энергия качественная, чтобы он смог это совершить. Женщина, вы когда выходите замуж, у вас появляются тут дети. Ну, у нас с вами. Появляются дети, и вы всю свою энергию сливаете вот сюда. Детей. 80% вы сюда сливаете. Ему остается 20. Вы сюда сливаете, ему передаете 20 тысяч. 80 вы сливаете вот сюда. Я один раз в Инстаграме как-то в прямом эфире сказал, что жена должна благодарить любовницу. Я думал, меня съедят. Кто-нибудь приедет и меня просто закажут и убьют. Смотрите. Она сливает сюда энергию, не выстраивает отношения с мужчиной, а он зарабатывает 100 тысяч долларов и везет деньги сюда. И 80 тысяч он не добирает. Да, это дефицит. Это дефицит. Это то, чего не хватает. Он может без тебя, на собственной энергии, из-за того, что он молодой, заработать 100 и ему будет нормально. Но это инфаркт 50-45 лет. Тромб сорвался, умер, там еще что-то. Это вот смерти, они оттуда. Из-за того, что ему не хватило просто энергии, он на своей в силе воли. У мужчины воля очень сильная, да, то есть, и мы в достижении результатов очень эффективны. И он заработал 100 и тащит сюда домой, он содержит семью, и вот здесь
устраивает, в принципе, все. Да? И она становится как ленивая кошка. Ей сметана, ну да, сметана. Ей там молоко давать мало. Ворот открыла, в рот залезла, и хватит, да? То есть, ну, масло течет с хвоста, там капает сливочное. То есть, вот, она уже наелась. Мужской потенциал, это примерно 40-45 лет, когда он, ну, вот, он такой уже в силе. А он еще может. Это ей уже не надо. Она сюда не вкладывает. И находится длинноногая блондиночка, вот тут, которой еще всего мало. Ножки подлиннее. Который еще мало. Потому что жене ты даришь духи за 50 долларов, за 100 долларов, за 200, и она говорит, поставь вот эту пирамидку, я потом открою в следующем месяце, там куда-нибудь пойду. Да, то есть мужчина, когда дает тебе, когда дарит подарки, он ждет от тебя энергию, радость, благодарность. Ты у меня такой сильный, ты такой внимательный. Даже если духи говно, радуйся. Даже если не будет работать? Радуйся. Убери потом в сторонку, ради него набрызгай, потом сотрешь. Потому что скажешь, не то подарил, хрена с два, когда ты в следующий раз духи увидишь. Не будет вообще больше. Мастер-класс по женственности. Это дочка моя, младшая. Старшая так пока не умеет, но я думаю, она это передаст. Это. Мы сидим в кафе, и вот этот греческий салат, или что, уже там черри вот эти, греческие? Да. Черри. И остался там в салатнице один помидор. Я думаю, надо доесть. Она сидит вот здесь рядом, я насаживаю помидор на вилку, проношу мимо ее глаз и хочу, короче, его съесть. Ну, у меня такое намерение поесть помидор. Что делает она? Я так люблю помидоры! Кушай помидоры. Приношу цветы на день рождения жене, да? Она вот так выбегает. Я так люблю, когда папа мне дарит цветы. Я всегда так радуюсь. Кому я цветы отдал, вы думаете? Дочке. Это вот женская энергия. Поэтому, что бы тебе ни дарили, дай в то 100, в 1000 раз больше эмоций и энергии, чем тебе... То есть это же бесплатные эмоции, девчонки. Это же недорого. Это просто, оно просто есть. Просто порадуйся и ему отдай. И он на этой энергии пойдет, заработает еще. Вот он, вот этот обмен. Но зачастую вы хотите вытаскивать все. Я на тебя обиделась, поэтому мне там шубу купи, да? Это уже человек, женщина, которая тебя начинает минусовать. Да, да, да. Она начинает минусовать. Она себя тащит, не давая ничего взамен. А как шубу попросить? Да, как шубу. Сначала научись помидорке радоваться. Потом. Теперь смотрите, появляется она. Да? И здесь образуется между ними точно такая же связь. И она им дает там не 100, а сколько там, там еще сверху 100 тысяч энергии. Секса, энергии, внимания, там еще чего-то. Ей духи даешь, она радуется. У каждого успешного мужчины, я вам прям секрет раскрою, есть девочка, секретарь, или в каком-то в чужом офисе, в другом офисе, где он сталкивается, которому он шоколадку дарит просто так. Они не спят. Духи ей на Новый год, еще что-то. Та, потому что вот я так люблю помидоры, и он этой энергии потом идет. Это не любовница, это вот просто он просто так берет. Это да, муза. Мужчина любит еще, когда его хвалят. Да. Когда им восхищаются, когда это, он поднимается. А почему мужчина не дарит? Тебе не дарят подарки, потому что ты когда-то сказала, что духи бесплатовые. Что розы я не люблю, что платье не то. Тебе не удивишь, да, ничего. Понимаешь? То есть тебе надо мужчину приучать к тому, что ты радуешься. Любому знаку внимания, он тебе там руку подал, о, ты такой там... Я заметила, что стали дверь открывать, руку подавали, а вот, блин, потихоньку, значит, ты не радуешься. Смотрите, это же как в бизнесе. Ты долго, ты заплатил там, допустим, 100 тенге. И ты полезности должен получить на 300. Если тебе руку подали, и ты там оценила так же, как и подали руку, ты такая, благодарю, и все, да? То есть ты должна превзойти
Ты должна дать больше, чем просто руку подали. И в следующий раз ему будет казаться, что он тебе что-то должен. И он тебе что-нибудь подарит. То есть оно должно, это же нормально, это обычный энергообмен, который идет у всех. Теперь смотрите, она его подпитывает, у него энергия растет, и он начинает зарабатывать здесь не 100, а там чуть-чуть больше, там 120. Но все деньги из-за того, что она жена, он дает вот сюда. Поэтому вот это любовница это неблагодарное дело, но если ты боишься отношений, боишься выходить замуж, вот почему в любовницы идут? Это страх отношений. Я боюсь замуж, а этот замуж точно не позовет. И поэтому начинаются вот эти отношения у женщины. С ним безопаснее, да? С ним он безопасный, да. Теперь смотри. Любая женщина повстречается там полгода, год, она захочет семью с ним. Да. Да? И начнет его оттуда потихоньку как-то там больше забирать. Внимания просить. Ну, забирать там... Сейчас забирать сейчас дойдем, подожди. Потом здесь маячит еще какой-то олень. И она думает, может с ним пару создать. Да? Зачем он что-то, ну, и на Новый год одна, и там этот, и что-то как-то так. Теперь она говорит, приходит сюда и говорит, слышь ты, до свидания, я хочу отношения. И она рвет эти отношения с ним. Вот теперь представьте. И вот его жена дает 20 единиц энергии. Ему надо, он привык к 120, вот к этому. У него дефицит вот в этой в 100. У мужика состояние смерти, прединфарктного состояния, у него ощущение, что он сейчас умрет. Он начинает метаться, как говно в проруби, он начинает перебирать женщин всяких разных, с короткими ногами, с длинными, там, ну вот, разных, больших, маленьких. Он ищет вот этот вот дефицит. Он хочет его заполнить. Женщина вот тут. Если она не дура, она замечает вот его какие-то метания, или там, не дай бог, вот это все вскрывается, да, это вообще отдельная тема. Если она хочет сохранить семью, она должна оставить здесь детей, и все энергии, которые у нее есть, и даже вот чуть-чуть больше, она должна слить вот сюда. Не обидеться, повернуться попой, а прям слить вот сюда. И тогда она сохранит вот эту семью свою. Все. Это вот если уже так случилось, что она появилась. В идеале это вообще... Я коротко и понятно секс. Коротко и понятно количество секса. Все. Другого и все, нет. Да? Ну, секс и любовь. Пишите, как это секс. Стопроцентный должен быть, да? Секс, смотрите, сейчас немножко, да, 5 минут сексологии. Вот здесь мы говорим, вот такие по примерной связи, они появляются где-то в 40, 45, 50 лет. То есть вот этот любовь. Мимолетные связи у мужчины, они, я так понимаю, что, ну, они не такие опасные, как если бы женщина это делала. Но устойчивая связь появляется вот в этот период. Устойчивая связь. И вот эта устойчивая связь в этот период, она опасна. Почему появляется она? Потому что ты забила на него уже. У тебя ощущение, что мы там с ним 20 лет живем, и он уже увядает, что он, ну, это уже старый, он уже не может. Да? А он, ну, а ему не хватает внимания, и у вас там секс раз там в неделю, раз в две недели, да, и ты думаешь, что все окей для тебя. Приходит вот это. Ей плевать, сколько он может, она не знает даже, что он старый или какой. Ей там, она моложе в два раза, или там, она его до прединфарктного состояния до секса доводит. Ей плевать, она берет столько, сколько ей надо. Она не смотрит на него, сколько он может, она берет столько, сколько ей надо. Что происходит с мужиком? Он возвращается со своего 50-летнего возраста в состояние 19 лет. У него будет ощущение, что он опять молод, здоров и красив. И когда он будет выбирать между двумя этими женщинами, кого он выберет? Молодую. Угу. Поэтому ты здесь должна быть сюда. Для чего, говорю, помнишь, спрашивала, социализация должна быть, ты должна быть успешной. Если ты здесь успешна, ты ухожена, у тебя спортзал, у тебя весь день занят.
Тогда ты ему интересна. Да, да. Себя развиваешься, это такая в застиранном халате, есть куча детей. Да, да, желательно куда-то выезжать. Теперь смотрите. Почему любовница, сейчас еще один этот в контур зайдем еще, почему любовница, она лучше, чем жена? Сейчас объясню. Угу. Потому что всегда непонятно, всегда женам обидно, что их как кому-то, но это психология у вас то же самое. Она меньше вопросов задает, да? Нет. Сейчас объясню. Все вопросы одинаково задают, я так понял, все женщины мозгоклюйки. Нету, кто мозг не выносил. Нету, чтобы кто-то мозг не выносил. Теория контуров. Я это увидел у Радислава Гандапаса в тренинге о командообразовании, но немножко перенес это на отношения, а он в свою очередь увидел, я так понял, у кого-то из отношений вытащил. Ну, не знаю, в общем, каждый свое интерпретирует, но сейчас... Когда ты родился, твой первый контур – это твои папа и мама. Да, вот ты вот здесь. Это первый контур. Даже родные братья и сестры, они переходят во второй контур. Вот в этом. Родственники. Бабушки, тети, дяди, все они вот здесь. И родной братишка, сестренка, они тоже тут. Второй контур – это твои друзья. Друзья. Это четвертый контур, это коллектив. Да? Коллеги. Пятый контур, это говорите? Соседи. Соседи. Это привет, Сережа. Я не Сережа, я Таня. Это ну вот из соседей. Да. Когда ты, ну, кажется, ты его помнишь, но откуда взялся, нет. Параллельно учились когда-то. Да, да. Шестой контур, это последний, это кто? Новые знакомства? Нет. Настоящий? Нет. Помнишь? Нет. Любовь. Умершие. Это люди, которых с нами нет. Нет. И теперь смотрите. Свинство нашей психики. Мы все такие. Это не только мужики такие. Это все такие. Сущность такая. Это психология. Это я не знаю, зачем Бог так создал, но в общем... Чем контур ближе, тем он наименее ценен, чем тот, который дальше. Это правда. Дальние контуры, они самые ценные. То есть папа с мамой не так ценен, братишка, ну как бы он ближе. А, друзья, они ближе, ну, ценнее, чем братишка. Да, да. Ты всегда ставишь приоритет друзей, а теперь... Дети? Дети-родственники. А муж? А? Муж, да. Сейчас, подождите, сейчас вы чуть-чуть забегаете вперед. Коллеги, мы перед ними всегда такие красивые, мы там решительные, этот, и мы перед ними хотим выглядеть, да? Ну, а перед братишкой можно... Перед соседями мы вообще там... Держим марку. Да. И перед умершими, в общем, это... Умершие вообще мы их очень любим. Да. И их мнение с неба о нас намного ценнее, чем там кто-то. У Нарбекова на семинаре, когда Бочисарай кто-то собирал, человек 500 было, наверное, 600, и он говорит, женщины, поднимите руку та, у которой муж идеальный. Одна. Одна подняла руку, и он задает такой вопрос, он умер? Он говорит, да, 5 лет назад он умер. Идеальный муж, мертвый муж. Идеальный муж, мертвый муж. Ты никогда не будешь для нее совершенным мужчиной. Всегда в тебе будет чего-то не хватать. Она постоянно будет в тебя ковырять. Но как только тебя не станет, лучше тебя никого нет. Теперь смотрите, ты вырастаешь, да? И где-то в период 12-14 лет, начинается период вот этого, как он, я забыл, как называется, ну, половое созревание. Период. Вот этот период, да, половое созревание. Ребенок
впервые в жизни начинает себя отделять от родителей. Теперь это я, это не мои родители, а я, это я. И поэтому подросток говорит, вы меня вообще не знаете. Вы меня не понимаете. И вот, вот это вот начинается отторжение. Из-за этого депрессуха, потому что он родителей выгнал с первого контура и остался один. Его никого не любит, и он вот спрыгает с моста. Почему в этот период самое большое количество суицидов? Потому что он один. В это время как-то надо за ними следить. И просто вот издалека им любви давать, чтобы они не делали каких-то глупостей. Нельзя их обвинять. Потому что мамаши привыкли манипулировать детьми, особенно в Советском Союзе, за счет чувства вины. И потом удивляются, почему ребенок повесился. Не дай бог. То есть он из-за какой-то херни потом там ЕГЭ не сдал, и до свидания, всю жизнь кончилось. Ты с этого выходишь. Ты с этого выходишь и остаешься вот тут один. Теперь сейчас буду бить по самому больному. Это наши устои. Почему? Потому что когда ты женишься, когда ты выбираешь себе супругу, когда ты выбрала себе мужчину, ты должна его внести в свой первый контур. Вот сюда. И тогда у вас появляется семья. Родителей вы выгоняете вот сюда, в родственников. И здесь родители твои вместе с своим братишкой и там сестрой. Но в этой ситуации мама против. Мама начинает вклиниваться вот сюда. Особенно если это второй брак. Вот здесь. Твоя мама вклинивается вот здесь. Да-да. И начинается война. А мои родители нам машину подарили. А мои диван. А машина дороже, чем диван. И вот эта вот, она не останавливается. И в этой схеме, пока вы, знаете, здесь как получается? Здесь вы разделяетесь. Твоя семья – это твои родители. И его семья – это его родители. И вы как Монтеки и Капулетти между собой фигачитесь. Да-да-да. Вот она схема всех скандалов. Что нужно сделать? Нужно папу с мамой выгнать. И оставить мужа и жену в своем первом контуре. А как детей от первого брака выгнать? Сейчас, подожди. Ты усложняешь задачи с каждым вопросом. Так я поэтому не пришел. Теперь смотрите, муж с женой, да, вот, когда они выбрали сюда и родители выгнали, появляется семья, появляются дети, которые они становятся вот тут. Они в твоем поле. Потому что когда вы ругаетесь вот тут, они начинают болеть. Да. Да. Они начинают простывать, то есть они в вашем поле. До 12-14 лет, потом они оттуда уходят, если вы их отпустите. Если вы сына своего, особенно женщины, которую воспитываете сами, сына одни, если вы его отсюда не выпустите, до 40 лет его яйца держать вот так будете. И умрешь, вот так, и вот так сделают и в гроб унесут ее. Поэтому вот это должно, ну, в общем, вот так. Теперь смотрите, любовница, как думаете, где она? Тоже я, наверное. Она родственник. Она родственник? Она родственник. Она родственник. Обоих причем, да? Она родственник. И когда он приходит домой, сравнивает тебя, с, ну, вот, жену с ней, любовница всегда лучше. Конечно. Любовница всегда лучше. Но это не объективно. Теперь смотри, когда брак распадается, да, и ты женишься на любовнице, уходишь вот сюда, она уже в твоем первом контуре, и тебе кажется иногда, особенно по пьяни, что жена была не так плоха. И звонки по пьяни, вот это, может, еще раз попробуем, это не из той серии. Потому что она с дальнего контура. Самое, что интересное, знаете, где... Это я только сейчас дошел. Это, честно, я никогда не говорил. Почему-то, пока мы разговаривали, всплыло. Для нее, для любовницы, как вы думаете, где находится он? Любовник. В каком контуре он для нее? Друзья. Для любовницы. Нет, в своем контуре. Для любовницы в каком он контуре? А, нет. Нет. Нет, может быть, там, где коллеги. А, как нет. Он умерший. Да. Он умерший. Он недоступен. Он никогда не станет ее мужем.
Он никогда не будет. И она его переоценивает как мужчину. И когда она его заберет, она охренеет, что носки по всем углам валяются. Она включит жену сразу. Угу. И потом все поменяется. А когда он женится на любой, куда жена уходит? Она в родственников уходит. Они не стали поменять. Да. И потом она опять лучше, чем... И жена как будто лучше, чем... Да. Понимаешь? А для нее, вот для любовницы, он умерший. Он никогда не будет ее мужем. А когда, например... И он идеальный. Самый идеальный мужик. А родители вмешиваются, допустим, в отношения, да? Входят, сейчас. Родители вмешиваются в отношения тогда, когда ты делишься с тем, что у вас происходит в семье. Не надо делить. Надо просто... Дочь, как у тебя дела? Мама, у меня все хорошо. Не надо никаких подробностей, ничего. И сестре ее. Сейчас смотрите, вот сейчас представьте или оцените, как разговаривает с собой мама, муж, сестра, подруга или там кто-то. А что он тебе сказал? А что ты? А ты ему скажи, нас так не устраивает. Вот когда нас так не устраивает, человек живет твою жизнь. Да. Ему неинтересна своя, он живет твою. При этом сам он не живет свою жизнь и не дает тебе жить свою. И мы получаем два несчастных человека, как минимум. Ну, третий. Обычно это мама-дочь, это вот эта связка. Сильно. Ну, допустим, у меня все поддерживают моего бывшего мужа, а я плохая. Насчет плохой, в общем, я как-то уже... Вот в разводе, мне кажется, не все так